Развитие детского спорта с помощью профессионалов. Эту тему сегодня обсудили во время форсайт-сессии на площадке регионального штаба общественной поддержки. С каждым годом все больше людей всех возрастов занимаются физкультурой и спортом. Этому способствует работа 2500 спортивных секций. Была продолжена и реализация проекта «Детский спорт». Эксперты пришли ко мнению, что успешному развитию спорта в регионе не хватает именно вовлечения спортсменов-профессионалов. А также поддержали вопрос запуска единого портала о спортивных секциях в регионе. Нужно вовлекать спортсменов, которые уже достигли, да, определенных результатов, будь то чемпионат Европы, там, чемпионаты мира, Олимпийские игры, и делиться опытом именно с подрастающим поколением для того, чтобы они видели эти живые примеры в лицо, чтобы они могли их потрогать, чтобы они могли задать вопросы. Это действительно важно. Это единый ресурс, на котором будут отражены все спортивные секции, все тренеры в Нижегородской области, а также будут все новости о победах наших земляков, а также все проведенные мероприятия в Нижегородской области. Я считаю, что это крайне необходимо, потому что на сегодняшний день такого ресурса и в городе, и в регионе нет.